Всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня жара. Я оделась не по сезону, поэтому прячусь в тень. Как ты обычно, солнышко, выходишь, а бр-бр-бр. Еду на рынок, можно было дойти пешком. Ленюсь. Тут три остановки. Одна такая очень длинная. Хочу заказать, хоть и до Радоницы еще чуть меньше недели. Память. Я опять забываю. Мне пишут, как это называется. Я опять не держу в голове. Я могу это делать в церквушке, которая вот рядом, в храме съездить, в центр, где я уже делала. Но именно сегодня хочется мне заказать это в одной из точек рынка. У нас их немало на рынке, но вот одна точка очень-очень нравилась папе. И я поняла, почему, когда я покупала там свечечку, я поняла. Такая уж вот заботушка, вот такая уж милая, прям женщина там обслуживает. Молодая довольно-таки. Как-то вот душа к ней тянется, я поняла. Поэтому я сейчас туда съездю. Ну и вообще по рынку поброжу, давно я там не была. Но сегодня с пользой для дела прогулочка. Потом мы с вами, значит, обойдем бархатцы мои. И кто спрашивал, каким удобрением я удобряю, пока никаким, но вообще идеалом и биогумусом. Я написала в комментариях, но хочу сейчас еще сказать, может, тот ролик не смотрели. Покажу я это удобрение. У меня идеал заканчивается, биогумус покупаю. Биогумус заканчивается, идеал покупаю. Мы как-то на одном уровне эти удобрения, они мне нравятся одинаково. И сегодня я хочу постричь базилик, потому что он уже так плохо держит головушку, стебелек-то тоненький. Вот, а когда я постригу, из пазух листьев будут расти дополнительные веточки. Я, знаете, куда смотрю, автобус не проследить. Вот, так что вот так. И погуляем, и свечки куплю, и закажем. Я опять забыл, как это называется. В общем, из меня, конечно, но тем не менее, все делаю. Да простит меня папочка. Папочка, но я безбожник. А мамочка очень набожная. Ну что, они находили общий язык. И я найду. Туюшки в закрытой корневой системе. Как же они мне нравятся. Красавица. Это редко найдешь как-то. Это сорт такой, да. Даже по интернету гляньте, они совсем. Вот эти вот стариночки, а это какая-то маленькая коротышечка, новинка. Точно я красненькую возьму, но вот какую, не знаю. Блогер, блин, везде. Везде со своей камерой. Весь рынок у нас в цветах, в семенах. Но я скоро живые посажу, пока купила огонечки. Так, ну а мне, наверное, вот это вот. Как а 50 раз. Рублей, алло, 50 рублей. На праздник, на праздник. Хорошо. Это первоцветы. Какие вы хорошенькие. Ну что ж вы мимо-то, заходите. Гостем будете. У нас сегодня реально солнечный день. Рассаде, наверное, будет очень хорошо. Прям греется на солнышке она. Так что, ну вот на таких я остановилась, купила. Я-то думала, когда общий памятник будет одной достаточно. Но, говорят, два человека, два огонька. Пусть будет два, неважно. Одинаково, мне это принципиально. Вот мне очень понравились коротышки. Но как бы там не задувались. Посмотрим. Я все равно каждую весну меняю. Вот на этот сезон пусть будут вот такие огонечки. Дополнительные свечки купила. Положу в машину. Потому что мы можем сорваться в любой момент. На праздники, понятно, я заранее все беру. А так иногда с братом вечерком надумаем. Пойдем к родителям, пойдем. Ну, конфеточки, печенье я всегда дома найду. А свечки пусть дополнительно лежат у него в машине. Если бы не ржавела вот эта часть, они могли бы служить. Кстати, у папы потемнело почему-то. Я хотя каждую весну новенькое все. Так, ну и красавицу каменную розу я купила. Я знала, что я обязательно, когда будет все обделано, уделано, обязательно посажу каменную розу. Я так вот смотрела только центральную, думаю, по центру, по уголкам 4. А вот так повернула, там еще он идет.
Я бы, конечно, ее вот в самое время сейчас посадить. Очень стильно будет смотреться. Серая плитка, черный памятник, красненькие. Красненькие вот эти. Все четко. Вот. Лаконично, самое главное. Не ляписто. Но у нас после 20-го только начнут делать. Розочки потерпят. Зато, вы знаете, на следующий год, вот сейчас, допустим, еще цветочки у нас в нашем регионе в Мордовии сажать рано, апрель, середина. А вот такие вот штучки, суккуленты, они уже вовсю пробиваются. И вот на следующий год до цветочков розы, между ними, конечно, будет сложно бархатцы сажать, но месяца полтора они будут украшать, я думаю. Потому что все равно после того, как минует угроза заморозков, я собираюсь цветочки сажать. Ну, немножко прорежу, если что. Вот. Ну, здравствуйте. Сейчас я вас освобожу от всех этих лишних. Я просто первым делом хотела вас умыть. Мы теперь каждое утро умываться будем, да. На зарядку становись у нас каждое утро. Вот как думали. Вот давайте, пока я сейчас пойду. Я еще даже вещи не разобрала. Сейчас, мой добрый зритель, разберусь со своими новыми жителями. И пойдем стричь базилик. Пойдем бархатцы проведывать. Ой, какая красота. Я всегда хотела каменную розу. Такое вот что-то мне загадочное, сдержанное есть. И самое главное, невысокое. Не люблю я вот эти всякие разноразмеры какие-то, пестроту. Все должно быть четко, лаконично. Но это в моем понимании. Конечно же, в моем понимании. Ой, какая прелесть. А базилик сегодня пришел на стрижку. Привет, мой красавец. Мы чуть-чуть только обкультурим. Многое снимать не будем. Какой же ты у меня вырос. Совсем недавно вот землички маленькие-маленькие семидольки. Уже вот как. Значит, чтобы стволик был потолще, и чтобы вместо одной макушечки было несколько, вот в междуузлиях уже... Давайте покажем потенциальные отросточки. Я убираю. Можно было подождать еще самый-самый верхний листочек. Так, это почему мы... Ага, спасибо большое. Можно подождать, когда вырастет самый верхний листочек. Но пока эти листики вырастут, там еще будут. Я боюсь, как бы не свалился. Уж больно он хлипенький у меня. Поэтому я срезаю малявки. И вот еще один лист. Мне нужны остренькие ножницы. Так, я это сделаю все за кадром, просто одну покажу. Опс. И у нас дорога к тому, чтобы росли дополнительные веточки. Вот эти листья иногда очень быстро начинают желтеть, иногда прекрасно держатся зелеными. Я посмотрю, тоже их, может быть, срежу. А пока... Пока приготовлю салат и украшу его вот такими головушками. Делаю это каждый год. А это аромат-то лимонный, поэтому можно парочку таких в чай положить. Обожаю. Обожаю такую прелесть. Так, ну вот и все. У большеньких я макушечку обрезала. У меньших, как всегда, ведь кто-то идет быстрее к свету, богатыри. И кто-то тормозит. Чуть позже я отрежу. А так у основных, чтобы кустик ветвился, листики я обрезала. Вот такого горшочка мне вполне хватит все лето, чтобы, ну, баловаться, конечно. Сделать салатик, украсить и так далее. Он теперь распушится. Распушится. У меня каждый год горшочек, ну, не обязательно такой, любой горшочек, где посажен базилик. И до поздней осени мне его хватает. Чем подкармливаю? Кто-то спрашивал, правда, про бархатцы, рассаду. Сейчас мы к ним сходим. Идеалом и биогумусом. Раз в две недели на одну я забываю. Вот удобрение «Идеал». В этот раз я купила со словом «Радуга». Мне просто «Идеал» нравится без слова «Радуга». Все надо читать, как он разводится, и удобрять. Но пока грунт покупной, новенький, питания достаточно. Я еще не удобряла. Пойдемте бархатцы проверим. А ты расти. Становись гуще. Я жду от тебя шапочки такой.
шапочки-шапулечки. И вот время от времени, чтобы украсить блюдо, я буду срезать. Маленькими порциями, конечно, не вот пучками на продажу, но вполне достаточно, как источник витаминчиков. Вот они, бархоточки. Я их только-только перевернула. Каждый раз к свету они тянутся. И если, ну, нет более, так сказать, важных дел, я стараюсь каждое утро или через утро их переворачивать. Против света снимаю, конечно, непорядок. Но вот я хочу показать, какой бутончик уже большой, это самый первый. Здесь бутоны поменьше, но тоже хороши. Хороши чертяги. Вот. У небольших цветочков тоже стали появляться бутоны. Не у всех, а может, там где-то внутри и есть. Но вот у центральных, я по центру посадила большие, однозначно они уже заметны. Молодцы, умницы. Тут у нас тоже все хорошо растет. Я замечаю, когда вот только пикируешь, ну, земли очень много видно. Потом, где такой найти? Уже трудно найти. Потом растенится, ой, как и страшно смотрится земля через экран. Потом уже, видите, доходит вроде как до стенок горшочка. Потом переходит. И вот момент, когда уже через стенки горшка переходит. Вот так я наблюдаю рост. Здесь тоже скоро появится, но пока еще нет бутончика. Пока еще нет. Вот, ну, в общем и целом, меня все очень-очень радует. Вот смотрите, в одно время в однокомнатной квартирке пересажено, да, и оставлено в общей чаплашке. Нет, некоторые, в принципе, догоняют, но некоторые поменьше. Вот я подруженьке оставила, и ей, чтобы удобно перевозить в машине, она говорит, мне не нужны такие вот. Хотя, говорит, я в обувные коробки положу, все будет в лучшем виде. Ой, она как сказала, говорит, если в машине, я возьму хоть на подносе, а если на автобусе придется... Но они тоже растут, и некоторые экземпляры, вы знаете, даже, но некоторые поменьше. Простите, мои сладкие. Вот, и, значит, меня радует. Меня очень радует. Цинии малюсенькие я впервые сажаю, карликовые. Обычно у меня большущие цинии. Так как мне сейчас надо именно, ну, коротыши. Именно коротыши мне цинии нужны. Посадила... низкорослые. И очень рада, что действительно низкорослые. Ну, вот в этих бархатцах я убедилась, уже цветочек есть, но пусть поднимется сантиметров на 5 еще. Эти вот бархатцы точно низкорослые. Ножка красненькая у них. Можно вашу ножку посмотреть? Вот. А здесь ноженька беленькая. Зато эти как бы махровые. А эти просто цветочки. Но они все красивые. Они, конечно, все красивые. В общем, радует меня все. Пока я не подкармливала ничем, им достаточно питания из покупного грунта. Хотя вот в фазе бутонизации надо бы подкормить, но они себя прекрасно чувствуют, нам не надо жиреть. Подкормлю. Я вообще собирался и земличку подсыпать. Но пока у нас все замечательно, я вот пока оставлю как есть. Ну, какие бутоны шикарные. Какие шикарные бутончики. Пока-пока. Так, в невязальном видео чуть-чуть вязания. Ковыряю я белый с розовым носочек. Все говорят, Тань, красиво. Как? Ну, не вяжется, я не знаю как, но я довяжу. Еще обязательно розовенький я с сереньким. Надо же не только на свои ориентироваться. Нет, сочетание прекрасное, но не вяжется, я не знаю. И свяжу я еще беленький с зелеными полосками. Хотела я белый исключительно однотонный с махером сочетать, но махерочек не так много. Белый уж очень тонкий. Трудов здесь жалко, так бы я распустила. В общем-то, беленький еще с зелеными полосками. Зеленый цвет классный. Кто-то мне говорил, зеленый с желтым надо одуваны связать. Мне уже остатки зеленых и желтых. Вот. Но я буду остатки полосатить тоже в носках, а может быть в шапках, не знаю. Но вот беленькие я хочу. Я вообще хотела изначально исключительно белые. С розовыми полосками, с зелененькими, с серенькими. А потом как-то это все ушло. Вот эти я еще хочу связать. И, наверное, на этом полосатую коллекцию закончу. Хотя, кто ее знает? Как пойдет. В общем, полный расколбас. Ой, час как я дома.
А щеки еще красные. Круглолиц, красношока. Кровь с молоком называется. Значит, спасибо всем, кто прогулялся со мной сегодня. Мы с вами переделали очень много дел. И на рынке были. Я там снимала не очень много. Люди. Понимаете, я где не начну снимать, там кто с кем-то разговаривает. Ну, нехорошо. Дома дела мы с вами переделали. А теперь у меня вон картошечка в мундире подоспела. Я купила вот такую рыбёху. Редко я покупаю рыбу, но если уж покупаю, то от всей души. Сейчас. Представляете, как нам вкусно будет. Поем, повяжу. Не так, поем, уберусь и повяжу, чтобы мне было завтра, что вам рассказать, что показать. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут.